Ну что, не красота, что ли? Красота, давайте проверим. Опа. Чистенькая выходит, значит, пропеклась. Так, а здесь у меня делаю баклажанную такую, типа как аджику, я не знаю, как правильно сказать. Пускай потушится. Баклажанчики, просто баклажанчики были на скидке, знаете, как бы нужно было взять. Просто сейчас же овощи такие дорогие, знаете, когда скидка, то всегда приятно. Вот, значит, тут морковка, чеснок, лук, два вида лука, шалот и зеленый лук, три баклажана, имбирь, томатная паста, потом еще специальная такая корейская паста гочугару, да, острая, ну, остренькая это будет, такое остренькое блюдо, вот, и надо сейчас хорошенечко потушить подольше, так, я в баночку поставлю. Буду тушить потихонечку. Я это просто называю, знаете, уже не зимние закрутки, а весенние закрутки, потому что весна точно, друзья мои, отменяется. Ну, точно отменяется. Ну, посмотрите, даже пипец какой-то. Ну, просто пипец. Снова началась пурга, метель. Ой. Я сегодня весь день прямо сижу здесь, знаете, с налогами разбираюсь. Все чеки. Смотрите, он даже не упал, какой хороший, как я его взбил. Посмотрите. А? Вообще. О. Там вообще 100 грамм муки только. Без сахара, без сахара. Такой, конечно, больше как на хлеб похож. На хлебушек больше похож, да. Ну ничего, на пасту можно пока что. Охотника, посмотрите на этого охотника. Красавчик. Все. О, кто-то будет сегодня стричь кому-то ногти. Друзья, Лидл в Швеции, прямо болит сердце. Смотрите. Что, из картонки теперь тюльпаны должны брать себе? Что ж вообще? Смотрите, стоят сухие вообще просто. Умершие цветы. Я сейчас сниму и пошлю в Лидл, в главный офис. Что это такое? Что это такое? Что это за безобразие? Абсолютно сухие стоят цветы. Постояльцам Шератона видно не очень. Сейчас повезло. Здесь что-то тут разрушают. Будет что-то новенькое. Я иду в ратушу. Стокгольмская ратуша, либо мэрия. И всего лишь 100 лет или 150, что-то я забыл. В этом году юбилейчик. Привезли красную дорогу коробку, да коробку, все, я уже замерз, если честно. Так, внутри выглядит довольно-таки
так сказать, аскетично, правда? Какие-то фигурки золотые, лица чьи-то. В общественном туалете мне так хотелось попи-пи, короче, бесплатный, самоочищающийся, с музыкой. Сейчас нажму, вот, нажму, типа, давай меня выпускай. Пока! Так, друзья мои, я просто решил прогуляться, потому что любой солнечный день в Швеции – это как подарок судьбы. Конечно же, и прямо все-все видосики тоже вот повалили сразу на променадик. Это такая пристань, причал. Покажу вам сейчас красивые дома здесь будут. Посмотрите, как одеваются шведы. Очень многие без шапки, кстати, ходят. Вот я вот, если честно, я, наверное, могу пойти, не знаю, с голыми ногами, но не с голой головой. Лавочка, правда? Домишки. Кстати, к домам я подходил. Построены они в 30-е годы прошлого столетия. Так что они не такие уже там супер старые. Вот. Кафешка работает, но она супер дорогая была. Самая популярная заправка во всем Стокгольме с таким красивым видом, правда? Вот шведики сидят, кофеечек себе дешевенький купили, наслаждаются видом. Летом тут, наверное, классно. Да и сейчас классно, всегда классно. Как мне пишут в комментариях особые любители Стокгольма: какая скукота, серость, грусть. Тот, кто хочет грустить. Скучает тот, кто хочет скучать. Это точно не я. Какие беспечные шведы вышли на лед, представляете? С коляской, с маленьким ребенком. Шведское объединение за мир и какие-то изменения. Смотрите, как мне понравилось. Это этот натовский директор Йенс. Типа, ну вы видите сами, не буду же комментировать. Там типа написано, что ядерная ракета с одной буквы — это плохо, но когда там четыре буквы — это уже хорошая ядерная ракета. Наверное, здесь надо закончить эту прогулку. Хорошая картина. Там написано: мы выиграли. Да.
главное полицейское управление. Такие маленькие окошечки сделали. Типа как следственные. Ну, куда привозят доследование, или как это правильно сказать, я даже не знаю. Да, видите, тут огорожена тюрьма. Это в самом центре города, Кунстхольм. Ну и плюс здесь полицейские еще сидят, учатся новые. Ну что же, всем спасибо за сегодняшнюю прогулку. Большое всем спасибо, кто досматривает до конца, ставит лайки и, конечно же, подписан на меня. Пока!